Делегация из Дагестана с гуманитарной миссией находится в Сирии. Более 11 миллионов рублей собрали жители республики для пострадавших от военных действий. По прибытию в республику на разговение делегацию пригласил доктор шариатских наук, ректор университета Билат Аль-Шам Хусамуддин Аль-Фарфур. Далее состоялась официальная встреча с министром по делам религии Сирии шейхом Мухаммадом Абу-Сатаром Ас-Саидом. Участники встречи обговорили ряд вопросов духовно-нравственного, социального и гуманитарного характера, а также обсудили предстоящие встречи дагестанцев в ходе визита в Сирийскую Арабскую Республику. Напомним, что в состав делегации входит руководитель международного отдела при муфтиате Республики Дагестан Шахабуддин Гусейнов, председатель комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан Магомед Абдурахманов, генеральный директор благотворительного фонда «Инсан Казим» Тимир Булатов, советник председателя Народного собрания Республики Дагестан по вопросам взаимоотношений с Республикой Крым Израил Кибедов,